really. Три секции позволяют теснить на материале самоклеящимся или другом. Одна секция для высечки. Зона теснения по ширине 25, по длине 23, по материалу, по шагу. И также высечка 25 на 23. Проводка фольги на второй станции. Там будешь? Крепится с помощью сотовой плиты штампы. Здесь вы стоите с ними? Все, закрывайте дверь. Разнообразные варианты высечки, теснения на различных лайнерах. В данном случае лайнер бумага, самоклеящаяся металлизированная бумага. Лайнер бумага, печать, теснение голографической фольгой. Лайнер бумага, теснение золотом, конгревное теснение. Лайнер бумага, прозрачная пленка, высечка, теснение. Лайнер бумага, самоклеящаяся металлизированная бумага. Лайнер бумага, самоклеящаяся бумага. Такие образцы продукции. Лайнер бумага, металлизированная бумага. Такая продукция изготавливалась на данном оборудовании. Эта этикетка достаточно сложная, с удалением волн. Похожие продукции, теснение, штанцовка. Сложный вид продукции. Лайнер пленка на печатной прозрачной самоклеящейся пленке. Достаточно точная высечка, нет просечек.